Абдулла Кадыри в сторону Алайского базара. А, это мы под мост сейчас, да, поедем? Да, да. А, под мост мы едем. Какие-то такие большие прям дома, новейшие, а с этой стороны не видно, за деревьями, а здесь вот прям, видите, такой огромный дом. Ну и также вот идет строительство, продолжается у нас все время. Застраиваемся мы, вот, видите. Новые дома, красивые, ну, какие-то похожи на торговый центр какой-то, на офисы. Сейчас мы с вами выезжаем на улицу, это Амира Тимура, да? Да. Кажется, улица Амира Тимура. Здесь мы уже находимся недалеко с Алайским рынком. Вот по правую сторону здесь магазины таких дорогих брендов. Adidas, Диспорт, Эталон. В общем, такие магазины. Здесь у нас... Так, дальше. Вот финансовый институт. Проезжаем. Древних времен. Так, и вот отсюда, если вы видите по левую сторону, видите, там все в таких строительном, как это называется, находится в строительстве полном, потому что экскаваторы крутятся и железо там везде торчит. Это вот идет строительство Триллианта, огромный комплекс там целый гостиницами. Вот, а мы сейчас с вами уже подъезжаем, разворачиваемся к Алайскому базару. Вот он. Ага. Это здание всегда как-то связано с сетями какими-то, да? Сейчас это
Мобус. Бывший МТС. Да, то МТС здесь, то, в общем, это здание, оно все время связано со связями. Вот там кран крутится, если вам видно. В общем, строительство идет, не останавливаясь. Ну, а мы поворачиваем. Ну и вот мы с вами на нашем Алайском базаре. Вот так вот выглядит сегодня наш Алайский базар. Алайский базар. Зайдя вот в этот проход, крытый он, здесь вообще магазины золота и серебра. Но они не все работают, очень мало открытых магазинов. Либо еще рано, либо сегодня у них, ну, сегодня не должен быть выходной. Наверное, рановато. Магазины закрыты. Но не все. Некоторые работают. Алайский базар. Он вот такой крытый, видите, павильончик. И рядом есть еще один. Но это уже магазин. И сейчас здесь супермаркет «Корзинка». Так, сейчас мы попали в супермаркет. Ну, как и в любом другом супермаркете, здесь есть все. Просто сегодня я ищу один крем шоколадный. Это мой друг Сурхандари попросил меня. Мы знакомы с Сурхандари, у них там нет такого. Попросил, но, если честно, я даже не знаю, в Ташкенте есть ли такое или нет. Какая-то клубника, она в пластмассовой баночке. Это мусс, что ли, или это крем. И... что-то я его нигде не видела, думала, в супермаркете есть, вот пришла посмотреть. Но здесь я что-то его не вижу такое. Так, ну вот, хочу вам показать тунец в собственном соку, 25 900. Так, что у нас еще здесь? Сардины, скумбрия, печень ментая. Вот такие цены в Ташкенте. Ну вот, на макаронки. Кстати, Макфа хорошие макароны у нас. 7 900 стоят рожки. 400 грамм упаковочки. Вот такие цены в супермаркете. Так, что здесь? Роллтон есть, трубки. 6 900. Почти 7 тысяч. Ага, так, ну что у нас еще здесь интересного? Такие для спагетти, лапша, томатные даже бывает. Ну, выбор, конечно, большой. Всякие маринадки. Горошек и кукуруза, сладкая кукурузка, вот, 13 тысяч, горошек тоже 13, есть оливки, маслины, 18 тысяч, 36 тысяч, ну, видимо, от качества цена зависит. Для тех, кто любит погрызть семечки. Семечки соленые. 100 грамм 4 тысячи.
чипсики, сухарики, 3200, 70 грамм. Вот здесь паприка. А, это тоже чипсы. 8490, 110 грамм. Но это все для нашей молодежи, для деток. Они любят погрызть такое. Вот 10500, чипсики. Вот такие есть. Видите, Принглс 23490 стоит. Большая упаковка 165 грамм. Вот это наш знаменитый узбекский сок Дэна. Видите? С наших узбекских фруктов. Так, ну что, посмотрим кофе? Чай? Кофе-чай? Кофе-чай, да. Вот кофе, чай. А, чай здесь. Чай Ташкент. Да, просто показала, потому что название созвучное. Вот Тудор чай. Видите, 13690. Тесс чай, ну он вообще фруктовый какой-то прям. 18900, ну 19700. В общем, очень большой ассортимент чая. Любое. А ваш вкус и цвет. Посмотрим кофе. Якобс. Азарт. 45500. Ну, здесь 232. Такой есть. Кофе. А, вот здесь кофе в гранулах. Знаете, я не очень разбираюсь в кофе, но вот те любители кофе, которые понимают, они знают, да, что это такое. В общем, есть молотый кубинский кофе. Вот. Сливки. Да. Ну, это для... Наверное, для гурманов. Я пью любой 3 в 1. Здесь, видите, очень много, большой ассортимент. Кстати, вот этих пакетиков тоже, видите, они что продают. Так, ну что, идем дальше. Все, теперь... Из корзинки мы выходим в наш павильон базара. Ух ты! Ну все, началось. Какая черешня! Это просто картинка. Очень крупная. А сколько такая черешня стоит? 75. 75 килограмм, да? Для вас. Это 120. Ух ты. Пробуйте, которые хотите. Цена такая. Нет, как слива, да, тогда? Ну да, большая. Крупняк. Крупняк, да. Ну, товар у нас все хороший. Вообще. Товар супер. Конечно, цены дорогие, но здесь вообще отборная. Посмотрите, абрикосы, черешни, они вот, ну, не такая большая разница в размере. Малинка вышла. А дыня почем? Килограмм 35. Килограмм 35 тысяч дыня. Сладкая, да? Это новая дыня уже выходит.
свеженькая. Ой, все у нас здесь есть, все красиво вообще. Посмотрите, ой, ну здесь черешня, знаете, как здесь черешню я еще не видела в этом году. Все-таки вот говорят, алайские здесь продают самые отборные фрукты, и это, видимо, правда. Потому что я была на другом рынке, но такую огромную черешню я вижу только здесь. Или сейчас уже сезон подошел. Вообще класс. Ой, как красиво. Лимонки. Вообще класс. Есть помельче черешенка. Видите? Помельче, но у нее вид уже такой другой. Но есть вообще прям отборная, отборная. Вообще класс. Здесь восточные. А, здесь это авокадо продается. Киви. Какие-то блубери даже. Все диковинные. Пожалуйста. Спасибо. А у вас почем черешня? 100, да, девушка. 100, да. А этот абрикос? Абрикос тоже 100, да. 100, да. Вот отборные, все отборные. Слушайте, черешни. Действительно, как с картинки. Классная, девушка. Хорошо. Отборные, здесь сладкие. Очень крупные они. Да. Будешь пробить? Не-не, спасибо. А, ничего. Спасибо. Давайте возьмите. Спасибо. Вообще класс. Абрикос тоже класс вкус. А шизок все. Вообще в этом году абрикоса нету, знаете? Да. Мало. В Ташкенте нету, да. Мало. Красиво. А там упаковку сделаем, если что. Спасибо. Угостил меня черешенка, видите? Ну, знаете, реально большая она. Вот, как ни говори. Кстати говоря, хочу сказать вам, что уже вышли арбузики. Видите, арбузики, они еще небольшие, но уже одна штука. Один килограмм 20 тысяч, да? Килограмм 20 тысяч. Слушай, еще дороговато. Ладно, спасибо. Вообще класс. Не-не, спасибо. Посмотрю. Смотрите, какие классные. Для Ютуба. Вообще. Для блога, да? Спасибо. Видите, как блогеру уступку делают? Да. Вообще здесь... Горный чай есть. А, вот, кстати, горный чай очень вкусный. А сколько стоит горный чай? 100 грамм 20 тысяч. Упаковка, да? Это вообще хороший. И манго, все. Все здесь у него. Угу, спасибо. Чай 95. Сколько стоит? 100 грамм 10 тысяч. А, там эти листья отборные, да, наверное? Да, самые. Потому что крупные очень. Халва есть. Халва. Не-не, а там. Это внутри фисташки. Вкусная узбекская халва. Очень вкусно. Это дыньки сушеные. Да. А такие дыньки почем? 15. 15 тысяч. Короче, класс. Приходите на Алайский. Как вас зовут? Айбек. Айбек. У него 198 место. У него есть все. Абсолютно все. Даже заморский манго. Ну и какой базар без зелени. О, клубнички. Смотрите, какие классные. Всех размеров. Ну и какой же базар
без зелени. Огурчики какие? Свежие, свежие. Помидорки. Короче, класс. Все есть. Баклажанки какие красивые, смотрите. 5000 килограмм один. Свежий горошек уже вышел. Капуста. В общем, есть все. Сколько помидор, гляньте. Помидоры, помидоры, сплошные помидоры. Да. Помидоры сейчас 10-12 тысяч уже. Вот такое изобилие. Все у нас есть. Продают. И вот здесь такой переход по солнцу. И дальше идет еще один крытый павильон. Здесь продают морепродукты. Очень много морепродуктов. И креветочки здесь есть, мидии. Также здесь на Алайском есть цветочный павильон, где продают такие цветы. Ух ты, даже кувшинки продают. Да. Все здесь есть. Вообще класс. А это мята, да? Да, мята. Сколько стоит? 15 корзинок. Корзинка. А ее надо пересадить, да? Нет, так расти не будет, да? Так, если оставить, не будет. Горшок надо другой. Один. Один, два, три. Это получается 6. 6, да? А как вы мне его завернете? Пакет. Пакет. Класс. Хочу купить себе мяту. Слушайте, а вот это все, это же съедобное, да? Вот это. Это все съедобное, да? Да, съедобное. Это же как называются они? Розмарин, что ли, да? Розмарин, лаванда, шалфей, тимьян, тимьян, чебресис, санталина 25. Бессмертники есть, лаванда. Они во дворе их надо, да? Во дворе. Во дворе надо, да? Солнце хорошее. Не, я мяту, знаете, домой беру, в квартиру. Можно пойти? Сколько? Один. Спасибо вам. Слушайте, мохито, оказывается, есть такая трава. Очень пахнет пряно. Ну, 50 тысяч стоит, я говорю, больше, дороже, чем сама мохито. Ладно, спасибо вам. Ладно, посмотрим, что еще. Ну, здесь базилик, да. Базилик, да? Базилик у меня есть уже. Спасибо. Вам эту лаванду не надо? Нет. Ладно, спасибо. Вот, зато здесь, это здесь было все съедобное, знаете, все это можно добавлять в мясо, в чаи, короче, все вкусное. А здесь все красивое, это все для красоты. Ну, это, знаете, надо у кого огород есть, посадить в огородик.
огорода, к сожалению. Так, сейчас не имею. Очень красиво все. Блин, как красиво. Смотрите, какие цветы. Вот это лаванда, оказывается, называется. Как она красиво цветет, гляньте. У нас сейчас во дворах везде очень много такой высаживают. Очень красиво. Ух ты, какие цветы. Вообще. Конечно, люблю цветочки. Кто их не любит? Вот в этом году у себя дома для эксперимента в горшке посадила райхон. И вот теперь мяту несу домой. Вау, как красиво. Герань. Вообще. Вот это да. Красота. В общем. Ну и в конце букета. Класс. Так, ну вот так мы с вами вошли почти весь базар, получается. Так, сейчас мы заканчиваем нашу экскурсию по базару. Всем желаю удачи, хорошего настроения. До свидания.